каждый раз так, как бы, как такой... Не знаю, можно ли это назвать словом катарсис, как бы, но, то есть, что-то ловишь такое, так сказать, интересное, то есть, как бы, это... Как бы, весь спектакль ты со зрителем обменивался энергетикой какой-то, а тут они благодарят этим всем, то есть, это очень, ну, это здорово, это круто, классно. Хочется ради этого работать еще и еще. Ну, хочется донести своего персонажа, чтобы они правильно поняли. Чтобы они правильно поняли там героя, его переживания, его историю. Хочется этим поделиться с ними, чтобы ты им запомнился обязательно. Это то есть, мне кажется, как каждый артист, ну, может быть, и нет, но мне кажется, что да. Потому что, значит, зачем мы еще это делаем? Ты как бы делаешь яркий образ свой, в него вкладываешь частицу себя и делишься этим со зрителем. Как бы, естественно, хочется, чтобы ты им запомнился, чтобы они тебя отметили, чтобы они потом пошли домой и сказали, типа, как здорово там вот тот парень сыграл, там вот классно. Вот посмотреть бы еще, как бы там, что он еще может, там, да, какие другие роли. Вот. Потому что есть же там уже артисты большого уровня, как бы, это как бы мне еще расти и расти. А есть артисты большого уровня, которые там на них ходят именно и смотрят на артиста. То есть уже приходят смотреть там, как бы, ну, спектакль понятно, то есть, как бы, но все равно уже важно, чтобы там была там. Какая-нибудь там, если мы берем там всеобщий известный, там идете там на Аронову там посмотреть, там, да, там, на Гаркалина, там, на кого-нибудь еще, то есть там как бы идете уже, то есть, и думаете, то есть, как бы, выбираете уже не только там по спектаклям, на какой спектакль сходить, какого режиссера, то есть, но еще на какого артиста посмотреть. Как бы, но это уже другой уровень. Как бы у нас хочется очень, чтобы мы запомнились, чтобы нас оценили по достоинству.